Здравствуйте! Сегодня расскажем об отличительных особенностях двух пресс-экструдеров. Пресс-экструдер производства компании «Жаско». Производительностью 350 кг в час, оборудованный вибропитателем. И экструдер, полученный по программе Trade-In неизвестного производителя, тоже с вибропитателем и производительностью до 350 кг в час. Начнем с самого главного, с рабочих органов, со ствола экструдера. Как мы видим наглядно, на данной модели, произведенной компанией «Жаско», рабочий орган намного длиннее рабочего органа экструдера неизвестного производителя. На что это влияет? То есть время прохождения продукта в данном стволе больше, качество размола лучше, соответственно, на выходе мы получаем более качественный продукт. Также на данном экструдере и в данном рабочем органе установлены размольные кольца, которые также улучшают качество помола, создают, скажем так, больше давления и лучший конечный результат продукта. На экструдере, полученном по программе Trade-In неизвестного производителя, мы таких колец не наблюдаем. Коснемся немаловажного аспекта – это силовые установки. На экструдере производства компании «Жаско» установлен двигатель 37 кВт, а на данном экструдере установлен двигатель 30 кВт. Отсюда можно судить, что экструдер компании «Жаско» выдает заявленные 350 кг, а то, что выдает этот экструдер, скажем так, вызывает большое сомнение. Также хочу отметить, что на экструдере производства компании «Жаско» установлен шкаф управления. На данном экструдере он отсутствует. Также на шкафу управления компании «Жаско» располагаются контрольно-измерительные приборы для контроля процесса экструдирования, что немаловажно для получения хорошего и сбалансированного продукта. Установлен амперметр для контроля загрузки двигателя, установлен термометр с термопарой для контроля температуры процесса экструдирования. Для разных культур это имеет большое значение. На данном экструдере шкафа управления нет, термометра с термопарой нет, соответственно, мы не можем контролировать сам процесс экструдирования и качество конечного продукта. На экструдере производства компании «Жаско» для снижения уровня шума установлены виброопоры. На данном экструдере виброопоры отсутствуют. Сегодня мы рассмотрели два экструдера одинаковой производительностью, но разных производителей. Наглядно видно технические отличия экструдера, произведенного компанией «Жаско», и экструдера неизвестного производителя. При выборе модели экструдера обращайте особое внимание на качество исполнения, надежность экструдера, что в конечном итоге приведет к высокому качеству получаемого продукта и высокому доходу при низких затратах.